Рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы с вами будем осматривать отель только для взрослых, только 18+, и называется он Balmy Beach Resort. Находится он в регионе Кемер, в поселке Бельдиби. Проходя охрану, мы оказываемся с вами в такой вот небольшой зоне, которая ведет к рецепции. Попадая в зону рецепции, вы оказываетесь в уютном таком пространстве. Все свежее, новое. А стиль, который вы видите, стиль называется Boho. Чуть подробнее хотелось бы сейчас дать тоже информацию о том, что отель был открыт в этом году, он свежий, как Ренат уже сказал, он абсолютно новый. 2 года здесь шел ремонт. До этого бывшее название этого отеля называется Sultan Beach. Хозяин остался прежний, но просто полностью, абсолютно полностью изменил свою концепцию. Прежде чем мы начнем с вами осмотр этого замечательного отеля, мне бы хотелось сказать несколько слов о нашем онлайн-турагентстве «Странотека». Мы работаем онлайн абсолютно со всеми регионами России, поэтому по ниже указанному WhatsApp вы можете смело писать мне, Лилии. Далее я распределяю заявки между нашими опытными менеджерами, и вы попадаете в наши надежные экспертные руки. Соответственно, за отдых можете быть абсолютно спокойны. С рецепции мы с вами выходим на территорию, и с правой стороны расположились стандарты, а с этой стороны расположились номера делюкс. Друзья, мы сейчас с вами переходим в главный ресторан, покажем вам завтрак сегодня. Пожалуйста. Здесь у них проходит дегустация, прямо такая какая-то большая коллекция вин. Гости могут принимать пищу как внутри, так и снаружи. Теперь давайте внимательно посмотрим выбор блюд. Это зона уже, зона фруктов, груши, гранат, яблоки. Хочется сказать, что сейчас начало мая, поэтому выбор фруктов еще пока не такой огромный. Разнообразная выпечка. Здесь готовят наподобие пончиков, на турецкий лад. Это как будто бы чечевичный суп. Еще один корнер фруктов, сухофруктов. Здесь уже овощи, помидорки черри только желтого цвета, укроп, петрушка, мята, огурчики, салатик, притом можно заправить маслом на выбор. Четыре вида каши на выбор. Здесь по начинке сразу можно понять, что готовят блинчики. Притом, видите, они разных сортов. Разнообразные джемы, варенье, сгущенное молоко, мед в сотах. Вот это вот, кстати, прикольно очень. Оливки, сухофрукты, как мне кажется, это папайя и манго. В холодильнике видно, что богатый выбор сыров. Здесь нарезки колбас. И вот здесь вот у нас с вами сыры. Даже есть сыр с плесенью. Разнообразные яички, сыр на гриле, халуми. И можно попросить, чтобы вам приготовили омлет на ваш выбор с любыми начинками, которые вы выберете. Здесь уже приготовленный мини-мен, драники, яичницы, специи и тоже такая приятная выпечка из слоеного теста. Чуть поподробнее познакомим вас с алкогольным выбором в отеле Garden, который работает 24 часа.
Здесь действительно богатый выбор импортного алкоголя. Плюс у них есть алкоголь собственного производства. Вот это вот джин с апельсином, вы видите, прям там апельсиновые корочки. Это какая-то водка. Это, представляете, арбузный ром. Да, его, наверное, видно. Это вот тоже что-то, какая-то водка, по-моему, с апельсином. Это водка с ванилью. Здесь какие-то ликеры с цветами. Это, вот я не знаю, что это за фрукты, мандолина, что-то с мандолиной. А здесь по цвету видно, что это ликер вишневый. В этом отеле представлен один теннисный корт. Он безоплатный. Ракетки тоже предоставляют гостям. Единственное, что если в вечернее время будете играть, оплачивайте только за свет. Куда бы я еще хотел приехать со своей супругой отдохнуть, это в этот номер. Отель называется Balmy. Категория номера Swim Up. 40 квадратных метров сам номер. С шикарным панорамным остекленением, если так можно сказать. Москитная сетка. Москитная сетка. Это просто песня. Шикарный вид. Ну и, соответственно, вы купаетесь в этом бассейне. Тоже такой приятный стиль Боха. И пройдем с вами в ванную комнату, потому что она просторная, я бы сказала, даже какая-то такая удлиненная. Сперва туалет, и тут душевая. Рядышком с бассейном расположилась небольшая вереница магазинчиков, а также зона фитнес-центра. Друзья, посмотрите, за моей спиной красивые горы. Это основной бассейн. Он, конечно, сейчас не подогреваемый, но лето он будет теплый. С 12 до 5 здесь работает как снэк-ресторан, а в вечернее время здесь а-ля-карт-ресторан, в который готовят международную кухню. В отеле Balmy позаботились уже заранее о вашем отдыхе и насыпали песочек на галечный пляж. Сейчас хотим показать вам стильный пляжный бар, который работает с 10 утра до 12 ночи. В этом баре также предоставлены все мировые бренды алкогольной продукции и собственного производства. Водка, джин, ликеры. Оказывается, в отеле Balmy каждому гостю предлагают welcome drink. И бармен сейчас делает точно по такому же рецепту, по которому будут вас приглашать и встречать. А, one minute, еще кажется не все. What is it? Flower. А, цветочки. Чук-чук-удар. Я первая пробую.
Вкусно. За ваш прекрасный отдых, друзья, в этом замечательном отеле. Мы всегда особое внимание уделяем морю, заходу в море, насколько оно прозрачное и почему. Все потому, что здесь каменное дно, есть маленькие камушки, большие, и за счет этого море прозрачное. А чтобы ваш отдых еще более был уютным, комфортным, предоставляет отель такие вот кабаны. Здесь можно размещаться, в принципе, даже, можно сказать, компании. Здесь работает сервис и есть мини-бар. Важно, что хочется сказать по этому отелю. Здесь легкая анимация. Получается, ежедневно проходят занятия йогой. Ежедневно, 6 раз в неделю, приглашают либо музыкантов, кто поет вживую, или приглашают диджеев, кто играет музыку. Поэтому отдых получается своеобразным, а-ля на европейский лад. Вот мы осмотрели Balmy Beach Resort, и мне хочется поделиться своими впечатлениями. Наверное, первый самый такой вопрос: будем ли мы отправлять сюда туристов, будем ли мы рекомендовать этот отель? И мой ответ – твердое «да». А отелю присуждено 4 звезды с плюсом. Но, как мы пообщались с ательером, это только потому, что в этом отеле нет конференц-зала и чего-то еще такого, да? А, закрытого бассейна, как мне сейчас Ренат подсказывает. А по моим личным ощущениям, этот отель заслуживает твердой пятерки, потому что, в первую очередь, наверное, тут настолько атмосферно, стильно, все новое, все свежее, пахнет новизной, качественная еда, качественные алкогольные напитки, классные бары, очень спокойная атмосфера. Все замечательно, все хорошо. Есть, понятно, как и в каждом отеле, определенные нюансы. Есть разные категории номеров. Мы все номера абсолютно отсняли. Здесь на YouTube-канале выложим, скорее всего, только 2 номера. Остальные видеообзоры вы можете смело получить в наших личных консультациях. Поэтому пишите по ниже указанному WhatsApp мне, Лилии, и далее мы уже с вами проведем тщательную консультацию. Друзья, если вы досмотрели это видео до этого момента, с вас лайк, подписка и рекомендации друзьям.